Причем анпакинг делай. По-русски распаковка. Зачем? Просто посмотреть, понюхать. Ага. Посмотреть. Там глупцы. С капустой сама вертела. Молодец какая. Я ни разу глупцы в жизни не делала. Я первый Серьезно? Раз. Да. Вот так вот. 1-0. Да. Да, спасибо. Хватит уже. Давай, закрывай своим шарманку. Ну, просто скажешь, нравится тебе или нет. Вдруг не понравится. Только надо их подогреть. Да, холодно. Жучку за Андрюшку. Ты будешь блинчик? Тестируем невестку, да? Угу. Блинчик будешь? Да? Ну что, нравится тебе? Вкусно, да. Нет, я блинчик не буду. Я же 3 съел перед выходом. Мне в глупцах больше нравится сочная капуста. Ну давайте вам покажу новинки. Так аккуратненько, Катюш. Телевизор. Вот шкаф, который в прошлый раз я вам обещал показать, но уехал раньше. Ма, открой створочку. Подожди. Я не буду ковыряться в твоих вещах. Так ты их не ковыряться, ты их же будешь записывать. Это я просто показываю, сколько там отделений. А-а-а. И плюс вот такая тумбочка. То есть она повыше, чем предыдущая. Только теперь удобно здесь смотреть. Вот сядь, я просто покажу уровень. Был раньше телек вот примерно вот на такой высоте. Сейчас он поднялся и теперь, ну вот, даже не знаю, не влезай, я просто вот отсюда покажу. В общем, он на уровне глаз стал. Да, да, да. Просто на диване, когда лежишь, у тебя так ноги. Да, ноги перекрывали экран, да, это да, правда. Да. Мы постоянно, Катя мне била по ногам и говорила, типа, убери ноги, ноги, да. Я не била, вот. Ты бы сейчас видела, как Дима выглядывал, типа, все ты или нет. Для да. этого надо... Снял я или нет? Подушек много наложить. Дим, давай заходи, не снимай. Представляете, сколько я сюда тоже положить могу? Угу. И пыли не будет. Вот, я вам демонстрирую. Вот так раньше вытягивали ноги. Ну, то есть, они перекрывали экран. Теперь все отлично. Только мы здесь не живем уже. Ну, мамины ноги тоже теперь мешаться не будут. Ну, что мы тут смотрим? Давай, покажешь, что купили-то. Нажимай. Нажимаю. Цепилась коробка. HyperX. Это массажер для ног. Шеи. Для ног. Для лба. Первый этаж. Я не знаю, что рассказывать. Это микрофон. Он ему нужен для работы или для того, чтобы озвучивать вам видос. Хотя он этого раньше никогда не делал, но может быть начнет. Ну так, поприкалываюсь. За 15 тысяч поприкалываться. Не, ну я его брал, потому что он классный. А я люблю классно. Хорошие вещи. Поэтому он тратит на них деньги, даже если они ему не нужны. Почему? Я им буду пользоваться на постоянной основе. Ну и мой новый друг, это микрофон, который я купил вчера в онлайн-трейде. Я его уже попробовал в рабочих созвонах. И ребята говорят, что звук кристально чистый. Дополнительно еще установил себе приложение NVIDIA Broadcast для того, чтобы создать эффект шумоподавления. И звук кристально чистый. В какой-то момент времени я буду использовать этот микрофон для озвучивания видосов, но в ближайшее время автопутешествий не будет, поэтому он будет исключительно использоваться как рабочий. Погодка у нас здесь испортилась, льют дожди. Но с другой стороны классно, потому что не хочется гулять, когда сидишь и работаешь, поэтому мне только на руку. Ну и температура упала до 22 градусов. Катюха снова запустила веньку, потому что у нас тут небольшой сральник. Ну и сидит, монтирует. Долго тебе? Чего? Долго тебе? Монтировать? Да. Ну я смонтировала 5 минут. Ну сегодня выложишь, как думаешь? Ну вообще могу. Интересно, вот как сделать? Абсолютно несколько минут, наверное. Я думаю, его полностью вставить и просто написать, что если кому-то не интересно, пускай перематывает. Ну, сама смотри. Потому что будет интересно посмотреть. Мы классно его засняли, прям с офигенного места. Смотри сама. Твой ресурс, твои правила. Либо просто ускорь. О, это не прикольно. Катя тут готовит вкусняхи. Иногда все-таки можно. Так, где фокус? А завтрак наш я не доел, к сожалению. Тут было мясо, гречка зеленая, овощи. У меня буквально 10 минут было. А? Ну да. А ты что-то еще там запекала, я видел. Ну что-то мешало. А, кексики еще будут. Желтками смешала овсяную, кукурузную муку. Их два будет, получается. Ну, два кексика. Угу. А еще у тебя немножко чумазый нос. Это ты мне нос испачкал. Да, безышки. Лицемеры, про правильное питание говорим, а сами вечерами хот-доги жрем. Ну очень ладно, редко. Иногда можно. Я очень кушать хотела. Не знаю. У Кати есть просто такая черта.
она любит покушать, я об этом уже говорил, достаточно часто. Ну, то есть в течение дня это может быть 7-8 раз. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. Вот она может даже не доесть этот хот-дог и сказать, все, я наелась. А мы вылезли покататься. У меня прошел первый рабочий день. Неплохо, у меня было много созвонов. Я сейчас напитываюсь информацией. Только, конечно, меня вгружает, это не дай бог. Но я надеюсь, что очень скоро все пойму и начну перформить, зарабатывать денежки, копить на отдых. В Гонконг хочу, очень хочу, вы бы знали. А я ни разу за границей не была, чтобы вы понимали. И если я первый раз, когда прилечу за границу, это будет Гонконг, мне кажется, у меня просто будет взрыв мозга. Визжать будешь. Какой там Диснейленд классный, какие там здания прикольные, набережные. Там можно покупаться. Ну, естественно, только в адекватное время зимой. И потом там... все, никаких Сочи, понимаешь? Все, я скажу, в Сочи. Ну, именно поэтому я и говорю, мне в Сочи не охота, потому что там колхозный отдых. Ну, а как для меня это хоть какой-то отдых, я нигде больше не была. Не, я понимаю, да, но... Хотелось бы, чтобы ты тоже посмотрела на вот это все. Мамку возьмем, на трамваях покатаемся. Ей там так понравилось. Она прям готова еще раз туда ехать. Ну и в какой-то момент времени, ну, не на движ, на работе укрепиться. Поедем еще и в Таиланд на зимовочку. На следующую, может быть. Ну да, но я думаю, на следующую. Вот такие у нас дела. Ну а мы катаемся. У нас тут дождик лютый достаточно. Вот так вот. Да. А, ну я сейчас свет вырублю. Вылезли, да? Надеюсь, никому не противно, что я ем на камеру. Я чуть не макнул коркой себе борщ. У меня прошла рабочая неделя, она была достаточно короткой, всего 3 дня. Ну, что я успел сделать? Познакомиться с основными участниками на работе, проговорил какие-то планы, выяснил основные проблемы, и на следующей неделе уже буду знакомиться с командой, с задачами, разбираться, почему они не успевают. Ну, в общем, полностью погружаться. Ну, и как бы все. Я очень сильно устал, потому что сегодня не выспался, и у меня теперь выходные будут. Это... Нет. И сидеть дома. Ну, нет. Ну, завтра я точно хочу выспаться, мы с тобой погулять же хотим. Да. А вообще мы пришли с Катюшей, такие удивительные ребята, в Европолис, блин, от Митина. Чтобы, блин, взять теремок. Опять. Мы планировали ну, вообще другое изначально. Мы хотели, думали, фарш там, еще что-то придумали. Но ничего, мы еще с тобой возьмем синабончик, но с собой две штучки. И дома вточим с чем. Да. Все, давай есть, приятного аппетита. Да, под музыку дать. Подарите мне собаку, барабаку. Облизывается. Ты же не хочешь меня съесть? Приехали уже в знакомую всем локацию, в гости к маме. У нас есть небольшая ролевуха. В общем, на прошлых выходных я вам не снимал. Я 2 часа провел в магазине Леонардо. Кате понравились нитки. Я понятия не имею, что это. Это текстильная пряжа. Вот, текстильная пряжа. Трикотаж. И она связала маме сумку. Кто бы мог подумать. Баба Катя. Вот так. Ну, красиво, красиво. Вот эти штучки мы тоже покупали отдельно. Ну, все отдельно. Да. Веревочку эту, ремешок, прошу прощения. Вот, сейчас будем дарить маме. Но еще у нас там есть продукты, потому что мы приехали голодные. Набрали тут лимонадик мой любимый. Это я Кате взял, чтобы она попробовала. Катя будет в варенике, а я буду блины с мясом. У нас там еще сметана, майонез. Тоже будешь? Тоже буду. А это я у какой-то блогерши увидела, и она сказала, что они очень вкусные, хочу попробовать. Интересно, чем мамка подумает? Ну, да, она здесь понравится. Там есть косячки небольшие, ну, то есть... В общем, не все идеально связано. Это первая моя сумка, которую я сделала. И там есть неровные всякие швы, но, в принципе, незаметно. Да, она все равно рада будет. Вещь связана своими руками, это же круто. А, корзинку ты не снимал, сейчас снимешь, она же здесь дома. Я еще корзинку изначально маме подарила. Закрываемся. Хоп, сработало. И валим. Там нянька молдаванка собирает виноград. Это, я специально сумку назад спрятала, чтобы мама сначала не увидела. Ма, ну что, встречай, мы к тебе есть приехали. Есть? Да. Вы шутники. Пойдем. Идем, идем. Вон, смотри, печи. А? Да делала. Да ты что, сама сделала? Да.
И говорит, я не покажу, что я делаю. Да. Надо же. И вот этот замочек вы отдельно покупали, да? Ну, маленькая, но я все равно думаю, тебе хватит для телефона. Не, ну а что телефон положить, куда-то пойти, вот, допустим, на это, да? Классно, молодец. Умница. Это я рада. Вообще сама сделала. И цепочку там же купили, да? И вот корзиночка, про которую говорила Катя. Ну, то есть мама сюда сейчас диффузор поставила. Изначально это вот такая штучка. То есть там внутри донышко. Вот, и можно что-нибудь складывать. Просто прикололась, связала, подарила маме. Мама рада. Ну, а мы будем кушать сейчас. В общем, я блиночки буду. И мы немножко вареники. Давай блиночки не будем, потому что есть пельмешки с мясом. Вот давай сделаем вареники. Давай, да, давай. А блины пока не будем. Ну, блины тогда тебе мы оставим. Что за папарацци? Можно поесть? Ну, не приближай. Ну, где танец? Все, пошли домой. Что нужно есть тоже? Пока работал, Катюшке продукты привезли. Давай обычный разбор сделаем, мне тоже интересно. Это у нас что, шпинат, что ли? Нет. Щавель? Да. Суп будет? Может быть. Я его очень люблю. Если тоже любите, ставьте лайк. Капустик. Вот, а это что? Надо. Может, а ты не расскажешь? Я, может быть, борщ сделаю. Какие печеньки взяла? Ну, это полезные печеньки, там состав хороший. Еще овсяные печеньки. А разве нам такое можно? Овсяное печенье можно. Там же сахара много, нет? Слушай, ты сейчас конфеты ел шоколадные, так что давай. Не, ну я согласен, сегодня пятница, мы же договорились, что в пятницу. Я беру более-менее с хорошим составом. Окей, хлебушек вот такой альпийский. Вот это мне вообще очень нравится. Он продается, в принципе, везде. Да. Он прям вкусненький, мне особенно на гриле. Потому что здесь как бы семечки, здесь такой цельнозерновой. Тут все, что дальше? Яблочки, огурцы вижу, перцы. Блин, когда я заказываю на Сбермаркете, я не знаю по граммовке, сколько нужно брать, потому что как бы, ну, перцы, они полегче, чем яблоки. И я взяла там, ну, буквально чуть-чуть, пару раз кликнула, и глянь, сколько. Я думала, будет штучки 3, ну ладно. Свекла? Да. Я буду борщ делать. Ничего себе, ты же сама не любишь борщ. Ну, бананы, ладно. Много где готовить, а я, может быть, вкусно приготовлю. Масло взяла. Масло это тоже интересно. Лимонка, сок. Это приправдан. Я заметил, там чеснок был. Чеснок, лук, да. А мясо-то будет? Ага, мясо будет. Это у нас что, свинина? Да. Ага. И что-то еще тут, да, из мяса есть? А ну-ка, это ну-ка. Не мясо, если я не ошибаюсь. А что это? Если все правильно я понимаю, это рыба. А, это рыба. Я забыла, что я заказала. А, пахнет так. Убирай ее быстрее. В общем, да, это рыба. Ну-ка, ну-ка, а что там такое сбоку? Где? Показалось? Вот это. А, это что? Кожа. Еще маленький пакет. Все, я взяла сметану для борща и сливки. Все. Молодец. Все нормально. Сейчас будешь готовить? А ты хочешь? Мы же позавтрак. Ну ладно, сейчас обед. Не, ну попозже. Ну, скажи, что обед? Время-то уже 5 часов. Они столько пакетов, блин, берут. От которого в картонной большой упаковке? Нет, которая большая, это овсяная. А это какое-то печенье полезное. Не, ну классное, но мне очень мне нравится. Бы чайку. Ну, тебе говорю, блин, чайник в посудомойке. Ну, подожди, получается, не, ну, вкусное, но просто сухомятку такое себе. Мне тогда нравится. Воды налей.